разъемы Speakon, тип кабельных разъемов, используемых в профессиональной аудиоакустической системе для подключения акустических систем к усилителям мощности. Кабель, как правило, имеет одинаковые разъемы типа папа с обоих сторон. На усилителях акустических систем установлен разъем типа мама. Существуют единицы двух кабелей, выполненные в виде двух разъемов типа мама небольшой пластиковой трубки. На акустических системах зачастую установлены два разъема типа мама второго предназначения для подключения дополнительных акустических систем или сабвуферов, того же канала. Разъемы Speakon рассчитаны на большие значения тока. В них предусмотрена защита от прикосновения человека к током ведущим частям, что актуально для мощных усилителей. Разъемы типа Speakon выпускаются с двумя, четырьмя или восемью контактами. Двух- и четырехконтактные разъемы частично совместимы между собой. Восьмиконтактные разъемы имеют больший размер. Наиболее распространены четырехконтактные разъемы. Они позволяют использовать отдельные усилители для низкочастотного и высокочастотного трафика для использования дополнительного кабеля и разъемов.